Всем привет, с вами Макс Риск. Перед началом ролика, как вы знаете, но если вы приходите в эту игру, нажимаете здесь и можете, конечно, вроде вот так вот, но то потом. Давайте соберем бананчики. У нас сейчас 203 воина. Потихонечку не увеличивается. Чем больше у нас воина, тем мы сильнее. Забираем. Чем разница, кстати, хотя бы узнать. Общая сила 22. Мощь героя 14. Войск 5000 загрузка, мощь героя меняется, общая сила тоже меняется. Я чувствую, что у меня слишком мало героев. А, улучшить. Давайте. Так, новый персонаж 404, раньше конечно было 5. Но теперь уменьшилось. Чем раньше вы начнете играть Edge Waves, тем станет сильнее. Так, теперь прокачиваем, потому что улучшаться уже нет, уже подключается. Но в принципе можно. Но дело в том, что у нас еще есть некоторые серверы с данным аккаунтом. Нужно их тоже, кстати. Так что сегодня есть чем заняться, поиграть в данный Edge Waves. И возможно, чтобы себя новое откроете. Ну, например, эти награды, как их тратить. Думаю, ясно. Также, если не заходите. О, футбол. Кстати, это главная штучка. Вот что самое главное. 2x, если вы там откроетесь, уровни. Значит, смотрите, у меня нет 15 уровня, допустим. Реликвии. Усиление комплекта реликвий. Это из-за того, что я беру две бананы и космический шлем. Увеличивается атака против мутантов. Так что сегодня пойдем воевать. 6 минут. Раньше было пару секунд. Ну, дело в том, что можно еще какую-то помощь. Ну, как-то неактивный клан, как я понял. Я тоже неактивный был. Все нормально. Вир, кстати, мне что выпало? Ласт. У меня выпало вир. Хватает ресурсов, реально? Вау. Раньше я понял, было бы больше. Вот-вот-вот собираю макс риск. Блин, а реально не хватает ресурсов. Можно отозвать всех. Вот. 5000 еды. Так, вот, мать тогда уже выбивать, в принципе. Через этот лес появляется мутант. Логичное место, логичное. Когда ночью не светится. Логично. Так, ну давайте. Там же есть, то есть ты вот выглядит несложно. Вот что это пишет. Равные силы. Раньше было там вот. Победить сложно. Восклицательный знак. Также и некоторые появились эти вот пасхалочки. Никаких шансов. А мы собираем 4 орды. Зачем? Чтоб прям больше очков получать. Ну это логичная тактика. Нужно использовать. Вдруг разработчики что-то изменят. Вау. Что, можно так? Крутяк. Ну что, смотрите на бой. Он как-то... Понятным образом. А... Так еще можно. Давай, давай, ну куда? А куда стреляешь? Что я не в курсе. Ты вообще понимаешь, как стрелять? Куда стреляешь? Там же, они. Окружайте их всех. Вы окружили, молодцы. Там, ну что с этим геймплеем? Ну ладно. Дело в том, что... Вот. Отлично. Кто сказал вам тут строить? Тут. Оно обратно. А почему вы невидимые? Нам. О, ресурсы. Да, если у вас нет ресурсов, а их, если вам очень не нужны, ну не так уж и сильно нужны, ну хоть там немножко потянь там ресурсы, например. У вас там закончились ресурсы. Ну, на меня сейчас такая ситуация. 5 штук, блин, что за позор? Раньше было такое наслаждение. А теперь кто? Рыбочки отняли. Они так чаще делают, но скоро мне дает. Скажите, больше роликов делают. Вот даже намекают, кстати. Вон так у ВК. Ну ладно, в принципе, я не против.
Кстати, если хотите, чтобы я сделал про топ 5 лучших персонажей с монтажом, то пиши об этом в комментариях. Да, один день пропустил, был занят. Вот что самое интересное. Покупайте акции. Блин, а тут тоже не хватает. В общем, вот сюда заходите, батарейка вам не важна. Не важно. Сначала нужно улучшиться. Потом в будущем сказали, что вы их обогнете. Все сказали. Уровень каравана. Кстати, прокачивайте караван. Таким способом. Да, друзья, чем чаще вы прокачиваете караван, тем вы сильнее. Вот и сила плюс вам 1000. Головоломка улучшена. Раньше такого не было. Не было. Не было, я не помню. Ты знаешь, что я тебе горжусь. Тобой горжусь. И проектор. Это хороший показывает. Проектор. Вот такой вот. Проектированная штука. Да обратно свое начали. Я же вам говорю, что тут ошибочка. Ты каждый день будешь получать больше ресурсов, если не будешь забывать заряжать голограммную, конечно. Каждый день, да, как я понял? А, их можно 4 раза, отлично. Ну, хоть несколько. Сейчас мы, в чем дело? Мне помогают. Спасибо. Чем больше мы это прокачиваем, тем меньше заряд тратим, тем самым экономим заряд и экономим ресурсы. Не экономим ресурсы, будет сложно еще больше. Производим ресурсы. Потрясающая голограмма и потрясающая работа. Угу. Ты напоминаешь мне меня в молодости. А ты уже стар? Ну, да, разработчики так специально делали, чтобы они не знали, что мы не прозабывали про них. Тебя ждет великое свершение. Он такой сидит, такой вот. Кстати, могу такую аватарочку сделать. Стоп. Реально красивая превьюшка была бы с этой сделана. Я сделаю, чтобы потом не забыть. А то я кое-что забыл там взять превьюшку. Помните, наверное, пару роликов назад там. Давайте, 20 роликов назад. Примерно. Ну, может, 25. И там был... Ну, может быть. Там было такое... Заставочка, я забыл сделать скрин и показать, потом заставочку удалили. Разработчик как-то часто, я не знаю, как обратиться к ним, чтобы обратно превью сделать красиво. Ну ладно, придется фоткать, делать как-то в фотошопе. Вот таким способом мы это сделаем. Вот была такая штука, заходите в чат, и там была такая иконочка, 7-6 персонажей. У меня есть только 5 персонажей, а вот 6 красный Эрик нету. Ну там было, я не успел записать, не успел сфоткать. Ну ладно. Ну ладно, что ж поделать. В общем, захожу в клан, тут была такая штучка, вот тут такая вот квадратная. Почему убрали разработчики? Кстати, тут же захватывают нас. И туман, кстати, убрали. Вот зачем? Так же было классно. Ну вот, в общем. Нам может прийти конец, если мы ничего не предпримем. Поэтому, друзья, вместе с вами мы должны атаковать. Не, ну, в принципе, мы должны не в зоне безопасности, а в зоне атаки. Потом обратно отступать. Пора уже воевать, они боятся. У нас уже 246 воинов. Так, мы смотрим. Где у нас враги? Это наш. Так, нужно плохих. Будет прочь. Сейчас. Блин, все поваляли, блин. У нас тут преимущество. Общая сила 2 миллиарда. Банды 101. Сменить 3000. Оранжевая 1000. Участники 16 тысяч. О, сколько. Там за нас вообще мало играют. Я, знаете, я, наверное, буду нападать только на малых баз, а базы с сильным захватом я не буду, потому что там нас нет миллионом. Конечно, мы не будем. Как там обойти эту гору, блин? Такая тяжелая гора. Давай обойдем. Это, знаете, какой-то лабиринт. Смотрели лабиринт сериал? Фильм лабиринт.
классный сериал, классный лабиринт был. Советую, правда, посмотреть, кто не смотрел. Ты чё? Плюс очки, конечно, хочу. Это нам нужно. Производительность пищи. А ну, разведку бегом. Вот, 2-2 разведку. Так, сколько там? 5 минут даешь? Время, сколько там время? Нам сказали длинные ролики делать. Чтобы, ну, чтобы YouTube рекомендовал. А рандомным ютуберам, ну, не ютуберам, а людям, ну, например, Майнкрафтом рекомендовал наш ролик, который мы играем на G-Waves, где мы сами игра становится популярным. Разработчики, администраторы сказали, делать длинные ролики. Окей, ну, намеками. Я понял. Так. Это уже не шутки, друзья. Они на нас напали. Это же кто? Это враг? Но там будем в скором времени нападать на кого-то. Длинные ролики делать. Так, друзья, чего вы стоите? Нужно убивать обезьян, чтобы становиться сильнее. У, 18, 2, 18, не бойся. Нужно захватывать, не бояться, никогда. И, конечно же, берите сначала равные силы, во-первых, равные силы. Во-вторых, так же сам, если можно победить сложно, ну что поделать. Потом мы соберем это все, чтобы все прокачались. Ой. Так, дела. Вот. Ладно, я как-то не вообще, я забыл про это, сори. Иди посмотри, как он идет, да? Так, молодцы, что ты справишься, красавчик. Потом война идется. Сражение, поле боли, урон там. У нас и так 252 воина. Ну, он крутой персонаж. Он такой быстрый, вообще шикарный, вообще молодец. Он уже пол карты обогнал. Ну, не пол, ну нормально. Так, ну я вижу, что за эту карту есть какой-то туман вокруг. То есть, мы находимся на земле. Не знаю, какая земля, друзья. Скорее всего, луна. Да, луна. Тут значит, у нас такой кружочек. Видите, обрез такой у нас. Это комета упала. Потом нападают и должны выбраться наверх. Ракета здесь должна быть. Люди там живут. Мы их не видим. Нам не разрешают. Понятно? Нормально. Ты рассказал историю. Так, ну что? Ну все, понятно. А вы идете до сих пор? Нормально. Я не знаю. А, они не быстрые? А их замедлили? Стоп. Ну, настолько обновы, кстати, сделали разработчики. Прям вообще классно. Помощь. Какой-то нарик там вроде был. Отлично, всякий раз справляюсь в бой с обезьян-мутатами, ты показываешь свое могущество. Верить тебе армию было мудрое решение. Блин, как я это помню. О, что такое? Раньше такого не было. Доска объявления. Дорогие обезьяны. Have pranks, skins, gaming, event, offline, Discord. Приходите в Discord. Discord, канал Discord. Don't miss interview. Spend. Диски получаете. Да, друзья, приходите в Discord, участвуйте в конкурсах у них. В нем можно тоже участвовать. Не участвовать, просто зайти там Max Risk Discord, там пообщаться. Там русские все нормально. Так, что это такое? Добро пожаловать, обезьяны, monkey, your clans. Я в клане, все нормально. Что такое? История. У меня 16 еды, да блин, я что такой бомж. Блин. Ну реально. Ну, классно. Я помню одну штучку. О, каравани. Вот это мне. Перевёзка. Как это называется? Перенаправка. Во. И тут уже будет происходить. Нам в эту точку нужно идти. Окей. Дальше мы идем. Так, обезьяны. 52 секунды остается. Думаю, успеем. Я тут все обезьяны поселил, чтобы они сражались. Вроде все, я не знаю, я не видел. Статистика падает. Но это за сегодня. Говорят, что у меня там шум. И, ну, начинающий микрофон. А что?
Внимание, приближается обезьяна. Я иду помогать, я иду хоть как-то. Ну остановись. Так, там дошел? 20 секунд. Я прикрою. Так. Давай. Войска тратится. Да, знаю. Я прикрою. Плюс снижение урона. В смысле? Это нам хорошо или плохо? Кстати, заходите в клан, банду, прокачивайтесь. Забрать. Построить с ним, конечно, можно. Не хватает. Исследование. Это нужно делать, чтобы прямо наш клан развивался. Боже. Где? Давай, прикройте, пожалуйста. Так, вот там сражаетесь, блин, везде атакуют на нас. Да, раньше было как-то по-другому все. Раньше они не так честно подали. Не так быстро приходили. А теперь они стали очень быстрыми. Сразу приходят, бум, привет тебе. Я такой, как так быстро? 5 часов, вроде все работают, да, как я понял. Кто-то тусится, а? Кто тусится? Во. Так, вроде мы там дошли. Ага. 2x банан. Эти кнопки, ну нормально, он сойдет. 5 минут, что ты узнал, теперь даешь нам разговор, что уже все закончено. Что тут стоит? Как всегда, мы идем к вам. У нас, конечно, отряд падает, как население нашей страны. О, точно, это же как тренировая. Класс, я люблю такую тренировая. Будьте намекон, я не знаю, что написал. Очень, друзья, нужно эту тренировую найти. Кто? Раз убил, два убил. Давай, вали всех. Знаете, а вы мощные. Ну просто как пехоты, а вы реально мощные. Класс. Давай, обгоняй. Вы кому можете как там? Попросить помощи. Вы отправили за помощью все союзников. Сопровождение. Ну так вот, сопровождение. Так, макс риск. Сопровождение. Все. Недавно. Кстати. Если хочешь туда вернуть, обратно верни, мы там героев добавим. Они ж сила. Разделить войска, героя, поразбавлять, все будет четко. Мы сейчас к вам. Сейчас дойдут к нам эти войска. Или вы дошли. Вот. Вот так, как я сейчас делаю. Делайте. И так до конца. Проводите своих обезьян, чтобы помогать. Даже гигантов рубаем. Блин, у нас там ХП становится. Если они все вместе, то это очень классно. Все войска. Там дойдет? Нет, 2 минуты. А, уран доставил. Блин. Так, вы там разрешились обратно. Брат, база. Ну ладно, нормально. Ну что ж, всем эти просмотры, сам макс риск. Нет, ладно. Статистика. С плюсом. И новый сыночек. Так же самое делайте. Да вроде бы это и так легко вам. Принести, отнести. Нормально. Тем более это лучше, чем просто так сидеть дома. Обезьян. Вот видите, уже все. Так. Давайте нам обратно. Тем более мы там взяли улучшение вроде обезьян, нормально. Давай еще. Я так сильнейшее возьму. Ну вот там подкрепление. Отправим. Больше героев. На макс. Смотрите. 27, 21, 30, 24. Это значит 1, 2. Раз. Ну и последний. Сейчас. Не знаю почему. А, ну да. Это знак, что заканчивай пора. Да ладно, сейчас по-быстрому. Общая сила. Мощь героя
сам. Первое, они мощные. Очень даже мощно. Подкрепление к вам. Вот видите по сопровождению. Сопровождение. Во. Это вы там случайно. Приготовьтесь к на полнению врагов. Нападаю. А вроде мы справимся. Пока они там сражаются, но мы тут пособираем. Давные награды. Подарки бесплатно. Хоть какие-то и жетоны, а то кушать не хватает, да? Так, что у нас такое? Получить, забрать, купить за то, ну, для того, что у меня нет особо, тем более, давайте потом, не сегодня, не в этот год, или в этот год, когда будет прям 18, да, я не знаю, но явно не 2020 год, 2021 год скоро начнется, так что ждем 2021 год. Ну, там, возможно, шанс купить. Если я прям слышишь кармат, ну это нормально. Как там дела, вот эта разведка, вы там оставите нам, да? И принесите обратно. Так, про разведку помните, я вам говорил, вы там разведку сделали, мелкую разведку, да? Тут все по мелочи делать, большая карта. Тут враги научились быть. Что с такое? Где мы там были? В принципе, подарки тоже хорошо собирать. Для нас. Я помню, что мы были где-то в этом районе. Там уже понятно. Вот тут я точно помню. Вот я боялся. Это разрушено, говорю. Прекрасно, мы не знаем где. За точка сбора. Не хочу терять воинов, правда. Тренировать буду еще. Разведку сделайте, пожалуйста. Какую же вы разведку за нас нам сделали? Где у нас почта? Почему приходит? Система. Отправление. Отлично. Отчет. Вот он, отчет. Скотеринг. Как там пришел там? Блядь, сообщение. Ничего не знаю. Эти расчеты, когда у модератора девайсы. Там скучно вообще. Что это такое? Так и так, так заходили в точку, в смысле? Так, надо далеко идти. Тем более, кстати, мы на безопасном месте. Как думаете, сколько они лет будут нас убивать? Кого они первого вырубают? Фиолетовых, потом желтых, нет, фиолетовых, красных, и желтых, потом уже, и чё, почему? Так, потому что, рейтинг 2, рейтинг 3, рейтинг 4, 1, 1000, 3000, потому что он уберем вместе. Почему все зеленый, красный? А тут 500. Потому что 5 место. Я не хочу изменять. А можно поиграть в одну игру? Нет. Так уж и быть. Всем спасибо, раз мы с вами. Срезка, все, начали. И пока.